Сегодня суббота, топим баню. Вот дымит, как крейсер варяг, наша баня. Только что затопил. Двухэтажная баня. Кому интересно, как строить, подскажу. Тут у нас рядом домик детский. Построили в этом году. Яблони. Урожай не очень в этом году. А так собирали 20 ведер. Там дальше груша. Еще одна яблоня. Проект собственный, индивидуальный, разработанный. Покажу сейчас, как внутри. Печка топится. Расположение удобное. Топка должна быть недалеко от входа, чтобы не топтать. Также тут подмел все. И мусор тут рядом будет весь. Не разноситься по бане. Это вот наша лавочка, где мы отдыхаем. Умывальник есть. Функционирует унитаз. То есть дальше сейчас свет включу. Мощное мы разделили отдельно. Вентиляция внизу, вентиляция наверху. Душ полностью. Можно бассейн здесь детский разместить, купаться. Дети купаются. Это сама парилка. Тоже тут освещение. Вентиляция. Вот сама печка. Печка самодельная. С поддувалами внизу из жаропрочной трубы. Тоже варил человек нам. Обложена шамотным кирпичом. Вся стена тоже из шамота сделана. Так. Пройдем на второй этаж. Тут у нас вот три окна с жалюзи. Поднимается очень удобно. Зафиксировал. Тут вот полочки у нас. Диванчик для отдыха тоже. Wi-Fi есть. Поднимемся на второй этаж. Лестница по принципу гусиный шаг. Другая здесь бы никак не расположилась. Освещение. Телевизор. Караоке есть. Спутниковая антенна. Так что вот такая у нас баня. Перила все собирали из дерева. Тоже заказывали мастеру. Вид с окна сейчас покажу. Очень красивый такой. Слетело что ли? Вид с окна полностью на поселок. Ну, пожалуй, все.